Всем привет! Мы со Светланкой приехали. Вырвались на рыбалку. Вырвались, долго не вырывались. На лед мы опоздали, был у нас лед недельку какую-то, не получалось. У нас еще река во льду, а вот нашли кусочек, где льда нет. И будем там ловить рыбку. Главное еще выбраться туда, потому что с берега тоже все замерзло. Сегодня тепло, у нас 10 градусов, Светланка моя не замерзнет. Можно сказать, почти весна пришла. Льда уже не будет, в этом году мы не попали ни разу на лед. Один раз. 30 декабря мы попали на лед. Сегодня 11 февраля, все, у нас зима уже ушла. Уже открытая вода. У нас у первых пришла весна. Чумачечая. Спиннинги мы собрали. Лодочку мы накачали. Чаечек заварили. Сейчас перекусим и в бой. Да. Подружка, мы ее уже покормили тут. Подружка, поздоровайся с подписчиками. Привет. Такая умная какая-то, интересная. Угу. Показываешь пальчиком. Вот, смотри. Вот собака, вот. Вот. Вот, смотри, собака, вот. Очень умная. Светланка нам плачиндочек наделала с картошечкой. Собака оценила их. Дружочек, пирожочек, можно тебя тронуть? Можно? Хорошая. А я можно тебя трону? Ой. Все. Классная такая собачка, смешная. Ну, умная. Уже взрослая уже такая. Да. Да. Зрелая женщина. Собака, расскажи, где тут рыба есть. Давай, тут есть рыба, не всю погоняла. Есть рыба? Да? Сейчас поедем ловить. Вот такой еще лед на пристанях. Тут его и не порубаешь. Еще целую неделю он будет таять. Вот там следы грязные, видела? Вот ты стучишь, а там бьет. Стою. Да там лед, наверное, такой. Тут его не поломаешь. Аж там, где сыро, там можно. Идем в другое место искать. Вот, нашли более-менее слабый ледочек. Сейчас посмотрим. А, тут нормальный. О, ломается. Ух ты. Ух я. Все. Пошла, родимая. Сейчас я этим и выгоню. Вот. Сейчас и эту мы выгоним. Вот такая зимняя рыбалка у нас. Классно? Да. Сейчас будем в эти дырки залазить в лодку. Другого варианта нет. Все, я на воде. Сейчас уже будешь загружаться. А давай вот тут. Ты вдруг, если ты упадешь, тут просто мельче, чем там. Хорошо. Давай. Пассажир номер 2. А ты не так лезешь, ты лезь, как я. Как ты лезешь? Садись попой вот сюда и две ноги вперед. Подтягивайся. Ты же умеешь подтягиваться? Вот. Все. Ты же гимнастка. Давай сейчас лодка уедет, и мы... Помогите. Все, садись. Все, блин, жарко аж стало. Ну ты в лодке. Я в лодке. Давай, на, держи. Поехали. А люди там бензопилами пилят, хотят выйти на воду. Лодки, наверное, освобождают от льда. Надо следить за льдинами, чтоб нас тут не это вот... Не забила, надо не прижала, да? Срочно в свою норку нырять. Угу. Потому что не знаю, куда мы спрячемся потом. Посмотрим, какой лед. Угу. А он, кстати, гуляет. Он острый. Нифига себе, какой он острый. Кидаем якорек и ловим рыбу.
Речка не глубокая, тут 1,5–2 метра. Все, погнали, Светочка. Будем ловить сегодня на то, что и в прошлый раз. Кислоту не будем ставить. В прошлый раз клевало на такие, будем ловить. Пока Светланка там что-то вошкается, я делаю первый заброс. Первый заброс в феврале. У нас вообще февраль такой тепленький, как никогда. Свете сегодня поставили легкий спиннинг вообще, чем в прошлые разы. Льдины отрывают, видишь, куски? Ага. Маленькую катушечку, тоненький шнур. Кстати, метров через 100 там тоже открытая река. И лед очень острый. Надо будет срочно убегать, если что. Рыбаки хотят лодки повытаскивать. Бензопилой там пилят его. О, рыба, Света, рыба. Первая рыба, и то еле повисла, еле-еле поклевочка была. Привет, маленькая щучка. Хотел ее отпустить, чтобы быстренько. Ой, она с сеток вообще убежала, ты видела? Ого. Смотри. Ого. Видишь, сеток. Угу. Так, у нас тут проблемы наступают. Лед сорвало, и лед плывет на нас. И пока частями. Да, вон там, вот мы там стояли, ловили. Вот там. Вон плывет полностью, пол реки. Мы это отпускаем. Это не сильно большая, пусть живет. Она уже спаслась раз, спаслась и второй раз. Наверное, у нее 9 жизней. 2 точно. Так, и что-то кажется, что тот лед тоже плывет на нас. А, точно плывет. Срочно уплываем, если успеем, нашу заводь. Быстрее. Просто что, навстречу ему плывешь, и получается. Навстречу плывешь, она, конечно... О, как раз нормально все. Успеваем? Да, как раз. Блин, как раз щеку поймали, выпустили. Фу. Да, он весь идет, видишь? Весь, да? Сейчас подождем, пока пройдем. Его уже порвало на кусочки, видишь? Маленькие, да, разные? Да. Фу. В нашу заводь заходим. Вот, пошла река. Ты видела когда-то ледоход? Нет. Вот, видишь, посмотри. Вечно можно смотреть на это. Главное, чтоб нас тут не торкнуло. Видишь, льдина какая вылазит. Угу. О, какая. Самая страшная, да, вот это? Угу. Красиво. Я еще никогда не наблюдал такого. А тоже первый раз? Угу. Такое массовое, как именно тронулось, никогда не видел. Все, остатки плывут. Там еще чуть-чуть. Сейчас его ветром сдует и все. Последняя, самая красивая льдина плывет. По ней можно даже ходить, вижу, такая толстая. Зима, пока-пока. Зима, пока-пока. Льда уже у нас не будет. Сейчас выплываем, и вся река наша. Все, мы готовы ловить рыбу. Ты готова, Светланка? Всегда готова. Ну что, загружайся второй раз и поехали. Где это подсок? А ну держи, Светочка. Наконец-то. О, это более-менее хорошая. Это уже хорошая. Да пойдет. Кидали, лед сошел. Пошли там, где лед половили, а там ее нету. И хорошо взяла, да? Да, это хорошо, с поклевочкой взяла. Аккуратненько. Вот так. Вот такая. Супер-супер. Уже приятно. Угу. Теперь с тебя щука. Вот она, Светланка. Вот это такая покрупнее. Солнце блестит. Вон. А, уже да. Блин, ничего не видно. О!
вел ровненько-ровненько, а потом сделал такой дёрг, и она сразу атаковала. Хорошенькая, да? Пойдет. Светланка, давай, не жди меня. Так, Светланка, я твою щуку таки выловил. Не хочешь ты ловить? Придется мне ловить. У меня сегодня клюет только на подсак. Так у тебя хорошо клюет? Да. Вот смотри, сейчас какой поймаю. Давай. О, видел? Клев хороший. У меня хороший клев, не знаю, у тебя, у меня клюет. Молодец. Давай, догоняй, Светочка. Я очень расстроюсь. Я одну на большую поймаю. Хорошо. Хорошо? Да. Давай, щучка, подрастай. Во. Во? Во, да, не спеши. Не спеши. Поклевочка у Светы, первая. Сейчас я боюсь, что она... Я даже... Подсекла, может, не очень. Да нормально. Светланка сегодня с легеньким спиннингом. Вообще легенький. Легенькая катушечка сегодня лайтова. И была поклевка? Да, ударчик был. Давай. Вот. Вот, молодец. Ура! Я опять не в сухую. Молодец. Где там моя маленькая щучка? Хорошая щучка, чего? Нормальный размерчик. Да, красота. У нас идет таран. На нас льдины нападают тут. Они хорошие, да, и очень острые. Есть? О, я тут льдины ловлю, а Светочка моя ловит щуку. Да. Есть? Вот она. А ну сюда, сюда, сюда. Давай, давай, она на краешек где? Так, держи щуку. Опять нападают, но это уже... Блин, нападение льдин. Приманная рыбалка. Вот Светланка замочила одну. Красавица number two. У тебя пошел конвейер, молодец. Да. Щука у меня села. Просто без поклевки села, Свет. Да? Да, вообще без поклевочки. Но это такая что-то не поднимается. Может покрупнее чуть-чуть. Сейчас посмотрим, кого я поймаю. А кого поймаешь ты? Пацаку? Да. Давай. Ну это, кстати, покрупнее, чем... Чуть-чуть крупнее. О, это чуть-чуть, это вообще хорошенькая, можно сказать, на сегодняшний день, да? Давай, поймай щуку онлайн. Вот, вот, я же говорю, что поймаешь онлайн. Ну это реально выход такой. Да. Она просто на глубину ушла, понял? А ну поднимай. О, девочка у девочки клюнула. Да. Аж рука устала. Она именно так упиралась вообще. Вот, я же тебе говорил, что учу девочек ловить рыбу. Так, уже можно в руки брать. Без подсака рисковать уже можно. Я ее отпускаю. Опять столько пиявок на ней, что просто жесть. Давай, беги. Давай я еще одну покажу тебе, как надо ловить. Давай. Вот, смотрите, что это творится. Это просто какая-то жесть. Реально, заброшу как. О, это глубоко как-то заглотило так. Нормально, сейчас отцепим я. Все, едем кушать и потом выходим еще на разочек. Ну что, Светланка, хочешь кушать? Вылазь. Уже опыт вылазения есть, давай в дырочку. А, давай. Вот будет интересно, если сейчас упаду и ноги задеру. Головой вниз? Да, в лодку. Опа.
Классно? Да. Вот, молодец. Ох. А я хочу так попробовать. Напоминаешь мне кого-то алкоголика. Помогите. Давай помогу. Не все. Так, я быстрее вылез. Конечно. Ну что, идем кормить Светланку. Идем. Все. Как здорово. Трон для девочек. Накрываем поляну. Давайте, Светланка, яички почистим, и все будет хорошо. И будут щуки большие клевать. Сил наберемся, да? Обед мы еще почти не кушали ничего. Вот такая лепота Светланкины плачинды. Начинаем с лука. За отличную рыбалку. Угу. Угу. Присаживайся. Устал? Нет. С 2 часов. Когда рыба клюет, усталости ты не чувствуешь. Да, встали 2 часа ночи. В 3 выехали, пока доехали. Что-то ты опоздала. К нам пришла утренняя подружка. Собака. Что-то ты опоздала чуть-чуть. Привет. Хорошая. Давай, кушай хлебушек. Она такая умная. Вообще жесть какая-то, видишь? Бросила хлебушек, да, еще кусочек. Очень умная собака. Так я хотела, чтобы ты хлеб с салом кушала. Иди хлебушком закуси. Иди, иди хлебушек возьми, смотри. Все знает, все понимает. О, кушает, молодец, да. Умничка. Вот, теперь можно еще кусочек сала? Держи. Ох, молодец. Почищу тебе яичко, подожди. Тихо, 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 подожди. Сидеть. Подожди. Смотри, как она все понимает. Видишь, не лезет. Умничка, да? Ты воспитанная такая собачка. Тут вообще. Ее хочется погладить. Молодец, собака, молодец. На, попробуй, будешь кушать? Ой, попробуй. Да, конечно, будет. Мне кажется, она ни разу в жизни вареное яичко не ела. Смотри, какая. Сейчас, подожди, подожди. Успеешь. Она так смотрит, да? Бери. Вот, молодец. Десерт тебе. Смотри, как она желток выкатила. Я не вижу. Не, все, все, съела. Спасибо. Ну что, давай. После обеда должно... Ты первая, а я второй. С первого заброса ж должно. Вот, Светланка, ты у меня молодец. Я вытаскиваю и тебе помогаю, да? Давай. Я рад за тебя. И я рада за тебя. Вообще небольшая. Вообще небольшая, но тащится хорошо, да? Да. Я ее возьму так, можно? Угу. В прямом эфире 1-0. Мы жертвоприношение сейчас сделали. Утопили свой якорь самый классный. А ну помоги мне. Утюг старинный. Вернее, он сам утопился. Канат развязался и он улетел. Его уже никто не найдет. Расти. Опа. Вот такой силикончик. И у меня, и у Светы. В Свете поставили 5 грамм, у нее шнур потоньше. Деликатнее у Светы снасть. Да ловишь уже с этим поводком или поменять тебе Тогда его? Тогда ловлю, может, его. Смотри, как на него зато клюет. Конечно. Ух, лебедей сколько летит. Видишь? Ой, как красиво. Угу. Главное, чтобы никто не нагадил. Не бросил, да, не бросил сейчас бомбу. О, один бо стрельнул. Да? О, я видел, да. А, прям над нами. Нам повезло. Ну что, Светланка? 1-1. Дело идет к одному-одному? Да. Давай. О, хорошая. Желтая такая, да? Оранжевая. Угу. О, это вообще желтая при желтая. Я еще таких не видел. Красопеточка, да. Давай, догоняй. А вот и моя 2-1. Я еще не успел щуку снять, уже Света подсекла кого-то там. Давай моего телепузика лови. Детский сад проснулся.
Но все равно 2-1. Давай, беги, красавица. Вот. А ты знаешь, что я увидел? Что? Я увидел, как у меня кончик спиннинга просто тык. Я его не почувствовал. Но я увидел по спиннингу. Поняла? Я как раз на кончик смотрю и вижу, он так тык дернулся. Я не почувствовал вообще. И нитка не выйдут, знаешь, чтобы вообще без поклевки. Я подсек, я надам. Давай, щучка, давай. Вот такая. Видишь, какая? Тоже не крупная. Так, не закрывай рот, не закрывай. Хоп. Какой счет у нас? 2-2? Да. Давай, беги. Расти. Что там? Я есть? Тоже, я тоже самое так же увидела по кончику. Серьезно? Я реально здорово на кончик. Я вытаскиваю. Ты на кончик смотрела даже? Да. И думала, ну подсеку на всякий случай. Серьезно? Серьезно. Ну ты не почувствовала тоже ничего? Вообще нет. Я да. На кончик вспомнила. У меня еще так не было. Как раз я смотрел, а тут на тебе. Ой, это самая крупная, Светочка. Это самая крупная. А ну давай сюда. Спиннинг вправо убери. Давай. Это рекордсмен. Светочка. Ура! Это. Это двоечка. Это точно двоечка. Ты у меня сегодня рекордсмен. Офигеть. Ну это двоечка, железная. Это точно самая крупная на сегодня. Она когда в воде, ну, она так не казалась. А сейчас да. А как тебе тащить на такой спиннинг? Очень круто. Да? Угу. Все, мой рекорд на сегодня пойман. Супер. На двоих, молодец. Супер. Какой счет? 3-2. Ты ведешь? Я веду. О, я видел. Я видел твой кончик, как дернулся. Прикинь. А ты ее почувствовал поклевку? Ну да. Интересная рыбалка, конечно. Да? Понравилось? Вообще, да. Давай, мадемуазель, растите. Забрызгивает нас уже. Такой ветер. Ну, щука клюет. 4? 4-2. Что такое? Что там? Рыба? Да, она сидит какой-то. Да? Да. Сейчас я вытащу быстренько. Ой, это вообще рекордная. Это рекордная. 4-2 было. Давай считать 5-2, а потом, если что, мы все узнаем. О, я увидел. Я увидел поклевочку. А знаешь почему? Ты больше ловишь. Потому что ты всегда ловишь, а я вот вытаскиваю и тебе помогаю. Да? Ну я утром этим занималась. У после. Тебя сразу клюет, я всегда сразу вытаскиваю, и это постоянно так. Все, видишь, я уже не ловлю. Давай, не поднимай ее. Вот так. Давай, красавица, гуляй. 6-2. Мне ж надо хоть тебя чуть-чуть догнать. Вот. Вот она. Видишь? Это такая. Да хорошенькая тоже. Ну я нормальных щук ловлю, видишь, а ты маленьких. Опа. Я тоже большую ловлю. Вот так. Хорошенькая щучка. 6-3. А я что-то видел у тебя. Удар, да? Вот. Сейчас я уже доведу. Да не надо, я. Не, я подсаку тебе дам. Я буду большая уже. На большая. На взрослая тебе подсаку. Все. Не делай больше движений. Сейчас, значит, стоматолог осмотрит вашу полость. Это родовую. Я уже профессиональный дантист. Давай. Все, уплыла. Какой счет? 7-3? 7-3. Я видел. Подожди, давай я уже дотащу, можно? Да. Светланка чемпион мира, 8-3.
Да? Я уже забыла. Да, скорее всего, что 8-3. А ну, убери эту ниточку. Все, давай, щучка. Есть? Блин, есть. Ну, давай, девочка, работай сама. Только помни, что у тебя спиннинг такой, его нельзя сильно согинать. Ой, как она дернула. Мелкая? Ну, такая, наверное, как сейчас была. Давай, давай. Все, открываешь пулю. Пока. Опа, клюет. Я видел. Почему упала удар? Светло это, я говорю, что у него клюет. А ты отвлеклась? Как раз поправляла этот шар. Я почувствовала по спиннингу удар. Видишь, у тебя 5 грамм стоит. А у меня 6. Я помогу тебе как раз. Только какая это щука, я уже не знаю. По счету. Счет уже, наверное, 9 или 10-3, да? Давай. О, актриса. Смотри, все. Это, наверное, знаешь что? Эта собачка прибежала и наговорила на меня, наверное. Чего? Что, помни, щуки, ты яйцо и дала, а я яйцо не дал. Наверное. Короче, какая-то собачка такая, что после нее я рыбу перестал ловить. Ой, Светланка. Это уже, наверное, 11-3. Что такое? Какой-то вроде как подарочек. Ой, вот, точно догнала. Возьмешь пацаку? Да, сейчас. Я же говорю, ты классно научилась щуку мою ловить. Тебе поперло, ты просто собаку покормила, тебе поперло. Я не кормил? Точно. Это ж собака местная? Это была дань. Собака местная, это ты им мзду заплатила, да? Да. Это хорошенькая. Ой, это такое же, Света. Ну, не такая же, ну вторая, наверное, по этому. Так, это почти такая же. Смотри на их пузо, я уже замечаю несколько раз. Нет. Грязные? Да, они сидят на дне? Да, на дне стоят вообще, вон, грязные. Я говорю, что их тащишь, как не знаю, что... Грязные, да, на дне стоят. Так, эту мы отпускаем. Беги. А Светланкины идут сюда. То что, поздравляю вас, Свет. Спасибо большое. Я в таком приятном шоке от тебя. Я сам удивляюсь. Какое-то недоумение сейчас, если честно. Видишь, две таких ты хорошенькие, самые крупненькие. Ты вообще сегодня золотая медальница. О, а я видел опять поклевку твою. Да что ж это такое? Не знаю. Может, это точно 5 грамм надо поставить? А у тебя что стоит? У меня 6 стоит, у тебя 5. Может, мне надо еще поводок поставить, а не флюрокарбон? А у меня, кстати, еще флюрокарбон стоит, а у тебя поводок, струна. Поставь кривой поводок себе страшный. О, дай мне свой поводок страшный. Сейчас я помогу Свете и поставлю пятерочку. Хорошенькая? Да я даже не синяя, это, конечно, надо. Хорошенькая, ну отпускаем уже. Уже хорош. Какой счет? Ты помнишь? 12, 13, сколько уже? Ну минимум 12. 3. Представляешь, как ты дала? Обалдеть, просто. Реально. Я сама в шоке. У тебя еще такого не было, да? Mm-mm. Это вообще впервые в жизни у меня такая рыбалка. Да? Вообще впервые в жизни. Юху! Нет, молодец. Я в шоке. Смотрите, вот это красавица такая. Давай. Так, ставлю пятерочку. А прикинь, поставлю сейчас. Ну, 1 грамм очень влияет сильно бывает. Сейчас посмотрим. В этом ли проблема? Смотри, какая. Пожалуйста. Видал? Вот вам и 5 грамм, да? 1 грамм поменялся. О, нифига себе. Что-то она мне придавила назад, как никто. Ну ты лови, лови. Ну какая-то она... А я ее под бороду как-то... Я ее под бороду подбагрил. Давай, красавец. Хорошенькая, да. Вот, 4 уже. 12-4, да? Вот она. Ты лови, кидай. А то я сейчас тебя догоню, я ж 5 грамм поставил. Хорошо. Так, у меня уже 5. Да.
Еще хотя бы. Еще одну и половину я тебе. Нет, я тебе не догоню, но половину хотя бы. Так что мне кидать или кидать? Не, кидай, кидай, кидай. Лови. Вот красавица какая. Хорошая. О, тоже в болоте пузо. Да они все такие, я уже много смотрю, думаю, не могу понять, что такое. О, тоже пузо грязное. Ну что, плыви, щучка, загорелая ты наша. Давай. Да? Да, есть. Есть? Да. Блин, аж пугаешься, аж колики идут по телу, знаешь? Адреналин? Я не знаю, что это, но колики, короче. Я уже так наработалась. Это просто не передать словами. Что там, хорошая? Я не знаю. Нет, такая, как обычно. Нет, ну хорошая. Ты у нас сегодня вообще красавица. Крупнее, так да, это как первая. Короче, придется этих выпускать, а этих крупненьких. Ой, да, я думала, она маленькая. Да нет, какая маленькая. Это может быть самая крупная. Что ты творишь, Света? Я пошла домой. Смотрите, что Светланка тут творит. Смотри, какая. Давай. Отпускаем поменьше. Блин, прямо тут возле лодки взяла. Я сначала увидел. Да не надо, я без подсаки возьму. Я ее сначала увидел поклевочку по спиннингу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Щучка, мы тебя быстренько отпустим. Беги быстрее. Может, по пару забросиков будем забираться? А? Наверное, да. А то ты знаешь, когда что-то переедаешь. Ой, это хорошее, да, или нет? Когда обычно что-то переедаешь, всю жизнь этого есть не хочется. А я, тут... я не думаю, что не захочется. Я просто буду потом мечтать, что я такой рыбалка. Очень долго. Ох, какая красивая, видела? Ага, выпрыгнула, да? Хорошенькая кабана. А пьявки я издалека видела, эти все, кто на ней. Смотри, какие они. Да, это тоже хорошее. Ну, это отпускаемся. Это все уже отпускаем. Смотри, вся лодка в этих танцующих. Мое предложение, ловим до последней щуки, давай. А, кто сейчас кто поймает? Да. Ну, я надеюсь, это недолго будет, сейчас ловим. В таком подлости. До утра? Да. Давай так, или полчаса, или последняя щука. Давай. Я не кидаю, все. Я уже так понял, что я уже отрезаю свою приманку. Надо было мне вот так сказать, да? Да. Ну просто Светочка мне сегодня. Просто Светочка мне сегодня чемпион. Она сама в шоке. Только сказал. Видишь, как именно прет, да? Вот есть, да, вот когда прет. Вот есть. А может это мой счастливый? Нет, это уже профессионализм, Свет. Ой, как раз самая-самая такая. Ой, самая какая-то смешная, да? Да. Она красивая. Какая-то коротенькая и желтенькая. Ну вот, завершающая щучка нашей Светки, чемпионки. Все, пока. Закончилась наша рыбалочка. Идем к берегу разбираться. Пару щучек повыпускаем там. Так, новый якорь у нас. Смотрите, какой новая звезда. Наш утюг антиквар сегодня утонул. Его, наверное, собака сглазила. Да. Все сегодня во всем виновата собака. Это жертвоприношение твоей классной рыбалки. Наверное. Да, теперь у нас вот такой якорь. Хорошо, что взял второй, кстати, да? Я как знал. А это наш утренний улов. Весь отправляется к себе домой. Сейчас весь его отпустим. После обедишной щуки Светиной. Это вообще, кажется, мелкие, они нам не нужны. Оп. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый. Четвертый пошел. Пятый пошел. Все. Светланка еще так никогда не ловила щуку. Такая рыбалка у меня впервые в жизни. За все мои года. А как она меня вставила после обеда? Это жесть. Еле чуть-чуть ее догнал. Со счетом, наверное, 12-13-5. Да? Я забыл. Не, 7 там что-то. Аж или 6, или 7 что-то. А, 6. Короче, 12 или 13 штук, а у меня 6. Ну, еще с утра наполовил. Мы потом дома посмотрим, что там. Рыбалка, конечно, да. У меня
тоже можно сказать, ну, были такие, ну, Светланки. Впервые. Она меня порадовала. Все, всем пока. Всем пока. С наступлением весны. Да, точно. Пока-пока. Пока.